30 миллиардов рублей дополнительно выделило правительство Российской Федерации на ремонт автомобильных дорог. Эта программа действует в 84 регионах нашей страны. Благодаря ей в стране отремонтируют не менее 2000 километров автомобильных дорог. Магаданская область получит на ремонт дорожной сети 355 миллионов рублей. За счет федеральных средств отремонтируют региональные, муниципальные и местные дороги. Все они должны соответствовать современным требованиям, быть безопасными для водителей и пешеходов, отмечают специалисты. Согласно постановлению правительства, средства поступят в Росавтодор, который должен в течение месяца заключить соглашение о межбюджетных трансфертах с регионами. Напомним, с предложением выделить дополнительные средства регионам на ремонт дорог президент Владимир Путин выступил на съезде «Единой России». Глава государства подчеркнул, что средства в объеме 30 миллиардов рублей нужно направить в субъекты как можно быстрее.